Вы слышали, что сказано? Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Чада, прощаются тебе грехи твои. Что он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Для чего так помышляете в сердцах ваших? Что легче сказать ли расслабленному «прощаются тебе грехи» или сказать «встань, возьми свои постели, ходи»? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой.